85 лучших юных инспекторов дорожного движения получили награды. В культурном центре МВД прошел 6-й слет ЮИТ. Смотр строя, как у взрослых. Главный инспектор Центрального района проверяет у юных подчиненных удостоверения и свистки. В этом году слет принял рекордных 17 команд. Все как на подбор. Одни словно настоящие полицейские с погонами и фуражками. Другие больше похожи на танцевальный коллектив. Все обыденные, в основном с обмундированием особым. А мы решили быть более позитивными, активными и решили создать вот такой образ с блестящими шляпами. В течение года юные помощники госавтоинспекторов учат своих сверстников безопасному поведению на дорогах, пропагандируют соблюдение ПДД и призывают водителей соблюдать скоростной режим. В этом году в Центральном районе зафиксировано 34 ДТП с участием детей. Однако травмы школьники чаще всего получают по вине взрослых. Дети страдают ДТП. Основная масса, конечно, это не наезд на пешеходах, а ДТП в автомашинах. Там, где родители не пристегивают специально сделанные кресла, где различные варианты именно вот при ДТП. Перед уходом на зимние каникулы юидовцы вновь выйдут в рейды. Юные инспекторы еще раз напомнят своим сверстникам, а также учащимся младших классов, как нужно вести себя на дороге, особенно в темное время суток.